Добрый вечер. Добрый вечер и добро пожаловать в Париж. В прошлой серии мы вернули нашу Аврору, нашу самую первую машину, на которой мы участвовали в гонке с Деккером, нашим добрым другом-нацистом. Ну, в принципе, хотя мы ее перекрасили в красный цвет, горожанам почему-то она до сих пор синяя. Ладно. Так, я думаю, мы будем уже участвовать в этот раз в гонке и наконец сможем вспороть брюхо Курту, но, видимо, нет. У нас точно целый битер. What's the word? News on Maria Kessler's whereabouts. She's being held in the Hotel de Ville. Then I'll go in and take her out. Yeah, I thought so. I see two options. There is a heavy gauge telephone line that runs across the street. Sounds like the quiet way in. What's plan B? Kick down the door and kill everything that moves. Subtle. I don't suppose you know where the holding cells are. I'm told they can only be reached from a concealed passage from the library. Any other surprises I should know about? I overheard talk of a German special forces unit. Some kind of terror squad. They made a bloody reputation on the Eastern Front. Now they're here, taking orders from Dierker. You might want to take extra precautions. I'll come loaded for bear. Окей. Пробу сначала, думаю, по-тихому пройти не получится. Будем ждать всех, собственно, всегда. Так, и как понимаю, это у нас дочка того самого доктора, который перешел на нашу сторону. А как далеко нам нужно будет сейчас добираться? Опять же, есть ли смысл садиться в машину? В принципе, смысла, опять же, большого нету. Давайте доберемся туда пешком. И осмотримся. Так, сначала нужно будет найти этот самый толстый провод, который нас может забросить внутрь без особых проблем. Для этого придется, видимо, где-то забраться на крышу. Пока вроде бы не видать ничего. Видимо, придется отбежать по кругу, пока его не найду. Новая пушка, это весело. Надо будет разобраться с людьми, которые находятся рядом с ним, чтобы если они выстрелят, то чисто по моей инициативе, не по их. Привет, ребята. Так, где же мне здесь собраться? В принципе, мы можем в любой момент перепахнуть через... Вот, в принципе, тоже не перепрыгнешь. Что-нибудь придумаем. Так, вот какой-то провод есть. Хотя он тоже вниз идет. Ух ты. По всей видимости, это первый вариант, да? Окей, и здесь никто не хранит, что ли, эти мышки? Окей. Что это с тобой? Так, ладно. Первая вышка у нас где? Типа на нее забраться и думаю. С подальше лучше туда выходить. Хочется лишний раз привлекать внимание. Сначала мы заберемся на здание, потом проедем. Так, так и. Окей. Пробовать стоит. И больше наверху нет ни одной живой души, что столько радует. Тут смогу залезть? В трубе отлично. Давай. Так, окей. Можно было там, думаю, запрыгнуть. Ладно. Так, отлично. Еще чуть-чуть. Цели. Тихо. Катастрофа у меня, как правило, плохо дело идет. Давай-ка лучше в другую сторону. С лицом сюда. Окей. Бедные мои руки.
Как же мы их стираем? Отлично. Спокойно. Так, теперь здесь. Главное не привлекать лишнее внимание. Благо немцы не любят смотреть вверх. Что-то несколько облегчает суть. Так, давай. Какие мы цели? Еще чуть выше. Куда мы, через окно сможем залезть? Или как это? Скорее всего, наверное, да. Так, теперь, я думаю, нужно найти нам тайные туннели в библиотеке. Now the library. Окей. Как у нас тут с немцами? Gehorche und mach weiter. Wenn du nicht vorsichtig bist, ist es dein Gehirn, das hier mit Morgen von der Landkasse. Так, спокойно. Переждем здесь, ты тут. Один вроде бы. Wenn du nicht vorsichtig bist, ist dein Gehirn, das hier mit Morgen von der Landkasse. Наверное, надо, чтобы он договорил сначала, иначе они могут что-то заподозрить. Тихо. Так, давай-ка мы перейдемся на всякий случай. Будет несколько поспокойнее. Хотя нет, это бессмысленно. Быстро рассекретит, что от меня тут требуется. Это есть библиотека? Да нет, хочу ничего поднимать. Скорее всего, она просто ниже. Ну, ладно. Не будем здесь бегать. Вроде никого. Это на удивление здесь мало охраны. Ой-ой-ой. Так, отступим. Черт, стоит, не двигается. Смогли бы его обезвредить раньше, чем он поднимет тревогу? Тихо. Не падай. Ох ты, черт. Теперь его труп может явно взбудоражить, ребят. Там, есть. Что ты будешь делать? Взволнуешься, да? Не страшно? Так, сколько у вас? Двое уже, да? Трое? В принципе, гранаты бы мгновенно решила проблему. Их в боковых комнатах еще, может быть, немало. Разлись бы вы, ребята. Все равно, в принципе, наверх не смотрите, так что, думаю, здесь меня никто не заметит. Ой, ты черт. Так, у меня вроде было бесшумное оружие. Радом ее вроде применить. Парень, где ты? Главное сделать все быстро. Все, чисто, окей. Все-таки не разошлись. Может быть, есть какой-то другой способ пробраться? Спуститься вниз. Еще мы здесь. Тут все закрыто. Этот труп был очень, кстати. Есть ли кто-то здесь? Вы все спиной стоите. Пускай нет.
ищем еще пока способов пробраться. Ой-ой-ой. Тихо. Ах ты. Так, тут я могу спуститься. Наша библиотека. Часы. Нет, ну вроде бы тут остается у вас только трое. Мы его сейчас по-быстрому перебьем, и проблема сама собой решится. Ты меня заметил здесь. Ты? Окей, остался. Нет, спокойно. Вроде бы еще один остался, мой друг, дружок. Ага. Окей. Есть кто еще? Ну, вроде бы все. Пойдемте смотреть библиотеку в этом случае. Well, here's the library. Now, where's that passageway? Ha! Gotcha, you bastard! Ух ты! Очень не кстати. The doctor thought he'd have brain and vertebral off her and up her. Surprise, asshole! Сейчас подели. Так, ну теперь обо мне все в курсе. Это печально. Ой, черт. А все так хорошо начиналось. Спокойно. Сколько вас тут прячется внутри? Немало. Окей. Ну, хотя бы перебьем всю веселую толпу. У вас тут неплохой склад. Всего достатки. Амуниции не жалуются. А тут сейчас некому же будет останавливать меня. Поздно заметили. Ой, привет. Тихо. Спокойно, ребят. Получились. Чего же страшного не происходит? Не впервой. Видите меня. Есть кто еще живой? Ух ты, черт. Ваш по нему не убили. Ее точнее. Ребята, спокойно. Вы что такие живучие? Вот ты черт. Подавитесь. Jesus, where did those freaks come from? Sheridan. Who is that? Devlin? Is that you? Yeah, yeah. Who wants to know? A brother in arms, mon ami. Please let me out. There is a lever in the office. Как нельзя освободиться, тут где-то рычаг, ключи. Или просто могу открыть. Merci, Sean. You one of Luke's fellas? We. We gotta get out of here. Come on. Ох, слава богу, не газ. Так.
Looks too heavy to blow with a charge. Maybe I can rig something up with that boiler. Please, hurry! Так, что же делать? Совсем понимаю, как тебя открыть. Не знаю, минировать хорошая ли эта мысль, но других вариантов пока не вижу. Ой-ой-ой. Так, успокойтесь. Нет. По-моему, дело стало. Нет. Ну, теперь мы на бочке скоро посидим. Ой-ой-ой, пора носить ноги. Пока тут все не рвануло. Да, уйди ты. Пусть, конечно, остановить не лучше идею. Wish I had time to rescue a few bottles of scotch. Так, куда бежать? Ничего, что ты горишь? Ребят, вы спасались, что ли? Просто чистый здравый смысл. Ай-яй-яй-яй. Ой, что-то не совсем плохо. Что надо? Ах, ты черт. Ладно. Торопимся. Я знаю, что меня убило. Стрельба или... либо огонь, либо дым. А тут есть патроны? Маловероятно. Так, ребята. Вот последнее, что не убило, это явно была пуля. А что до этого, еще вопрос. Пока мы пытаемся все-таки избавиться от немцев. Пожар, ё-моё. Как здесь жарко должно быть сейчас. Не говоря о том, что мгновенно сгорает кислород. Черт. Отступаем. Я тебя попрал. Давай быстрее, шо. Лучше поторопиться, думаю, если мы ее не успеем спасти, надо сгореть, либо задохнется. Это не сущная проблема с патронами. Вы все лезете. Так, окей. Сколько вас еще? Увозите? Ничего, догоним. Не впервой. Покажи голову еще раз. Спасибо. Окей. А, сколько же вас тут, а? Тараканов. Да, что ж такое? Начинаю торопиться, и это плохо сказывается. Так, вот. Бежим. Все же ты рухнет скоро. Что ж такое? Один есть? Так. Да стой ты. Паразит. Так, где мне тут пробраться? Просто перепрыгнем, я думаю. Ух, есть.
Еще один. Нажимай. Восемь ноги. Удивительно, что лифт все еще работает. Ух. Надеюсь, хотя бы мы избежали с горящего здания. Кошмар, сколько у вас есть. Копать. Без себя в руках, давай, чтобы прыгаешься быстрее. Ты сейчас сгоришь. Ой-ой-ой. Успокойся. Чёрт, откуда здесь? Ты не заметил. Так, кто здесь еще? Отлично. И мы очистили по всей видимости территорию. Еще раз. Еще одна точнее. Интересная статуя. Окей, куда нам дальше? Я бы выполнить боезапас, неплохо было бы. А е? Ты как? Цела? Gott im Himmel! This is madness! It's gonna be all right, darling. I'm gonna get you out of here. Это не лучшие слова, когда вокруг нас огонь. Ой, уносим ноги. Это горящее здание. Хорошо. Идти в машину. Бежим. Рожь охрану мы не убивали, так что, думаю, здесь их будет немало. Все, видимо, внутрь забежали. Странно, за нами даже никто особо не гнался. Видимо. Ready. Then we're on our way. Машина. А вот есть какая-то. Будем воспользуемся ей. Удивительно, что нет погони. Come on, Maria. This is no place to linger. Садись. Я думаю, доктор сейчас будет у нас уже без каких-либо проблем у нас работать. Делать боеголовки для нас. Да и неплохой мы удар понесли по немцам. Практически уничтожено здание гестапо, это точно. Хотя уничтожили, видимо, одно из красивейших зданий Парижа. Так, как далеко нам интересно ехать? На этой мы езжаем на территорию немцев. Ладно. Немцы все меньше и меньше остаются полностью под контролем на их территории. Ой, что вы там делаете? Опять кого-то убили. На моей же территории. Ужас. Скрипы вас отсюда окончательно выбили. Ой-ой-ой. С собой не. До сих пор не могу начать ориентироваться в этом городе. Опять я смогу что-то найти без маркеров. Так. А, вот по сути мы уже у цели. Осталось совсем чуть-чуть. И мы тут припаркуемся. О, нет. Ну все, теперь ты в безопасности. В чем моя задача теперь?
Я как понимаю, сейчас у нас будет ожидать уже гонка. Папа! Мария! Gott in Himmel! Ты что с дробовиком стоишь? I do not know how to thank you, Herr Devlin. I will never forget what you have done today. Я надеюсь. Seems His Majesty's government is in your debt as well. But don't expect a thank you note from Bishop. Bishop can go and shite. I don't work for... Oh! German machine guns. Nazi soldiers! We're surrounded! По всей видимости, нас They must посидели. Have followed you here! What? That's impossible! No one Damn could... you, Devlin! You've killed us all! No! Skyler! What the fuck has gotten into you? I can't allow them to take Kessler alive! There's too much at stake! I'm sorry, Sean. This isn't over yet. Get out of my way, Sean. Like hell I will. Oh, bloody hell! Don't make me regret this. Arm yourselves! We'll hold them off as long as we can! Впервые немцы осмелились напасть на наше расположение. Окей, покажем, на что мы способны. Проблема в том, что у меня практически нет патронов. Что очень печально. Ладно, будем использовать то оружие, которое найдем, а потом уже сменим. Что-нибудь более полезное. Ой, так что же делать? Один отсюда раз выкинули, выкинем и второй раз. Я встал. Видите, вы не особо активны, ребят. Сейчас. Не в этот раз. Так, это наш. Окей, бежим. Ну? Где вы все? Да тут один должен быть. О, вот ты тоже. Поздно заметил. Ага. Прощай. Прощай. Ловите. Kill the sappers first. The walls must hold. Да еще одну. Что же вы творите-то? Так, одна пташка, вторая пташка. Третья. Думаю, спрятался. Прощай. Ловите. Так, то, что живучный такой. Эй-эй-эй, ловите. Прижимает. Так, стоять. Если в упор уже. Пора брать их в автомат, я думаю. О, так, нет, отступаем. Нужно отдышаться. Начнем прячься. Sean! They're coming from the front entrance! Сейчас буду у той стороны. Держитесь. Зря ты за бочкой спрятался. Сапер? Где сапер еще? Черт. Ух.
О, вы еще и броневики пригнали? Вы издеваетесь? Так, с ним все, парни с пулеметом. Watch for German sappers. They'll try to plant explosives on the building. Don't let that happen. Ничего, он должен приземлить. А? Спокойно. Да что ж такое? John, stop him! Ян, ах ты! Подери, а? Так, я могу как-то отменить. Сапа, headed your way! Как быть вы прокляты? А? У нас еще пара. Ты что сидишь? Черт с тобой. Ой-ой-ой. Так, эти патроны. Пулемета? Для этого подойдут? Нет? Печально? Ладно, держимся. А, все, его убил. Here they come again! Так, ты еще бежишь? Тот? Прощай. Успокойтесь. Пока вроде справляемся более-менее. Ну, давайте погружайтесь, ребята. Патроны кончились, можно ли у кого-то здесь что-то забрать? Yep. Погнали. Не в этот раз. Вот, брось огнемет. Брось. Так, не вижу. Умри, сволочь. Какой ты живучий, господи. Так, вот его с той стороны. Окей. Что, зацепился? Вы же сюда пробрались? Совсем нагрели. Так, окей. Здесь пулемет. Не поставили, плохо. Ладно, отобьемся так. Да чтобы не так. Ловите игрушку. Снял, нет? Вроде да. Так, отдышимся, пока они подъезжают. Дроны? Нет. Видите еще одну гранату? Тут одна машина рванула. Do you hear that? Sounds like a fucking tank. О, так. Ладно, выгнать один мид, думаю, заложим, если успеем. Так, кроме подобраться к танку. Вблизи он не так опасен. Ладно, расстояние может устроить.
Где ты? Тренируй. Черт, тебя подери. Шон. Надо, чтобы он остановился, думаю, для чего. Стоит, давай. Скорее, пока нас не пристрелили. Сейчас подальше. Живой? Слава богу. Так, только отходим. Надо немного подышать. Ух. What are they doing? Regrouping. They'll be back soon with reinforcements. To burn this place to the ground. We won't get another chance to break out. Take the Kesslers and go. What about you? I'll buy you as much time as I can. Veronique. I'm staying with Luke. No. I've watched my friends die to protect that man. Don't let them die for nothing. Let's move. Go. We'll rendezvous at the catacombs. Okay, одно из наших подполий, как понимаем, уже полностью уничтожено, но, по крайней мере, немцы не знают об других. Хорошо, думаю, давайте здесь мы пока остановимся и в следующей серии доберемся уже до нашего второго подполья, там, думаю, спрячемся. Деккер, видимо, разозлился. Так, что у нас за дела? Теперь это уже их территория. Очень печально. Ну хорошо. Пока что все. Доброй ночи. Night and stars above that shine so bright.